завтра. Пошли мы с подругами к одной женщине, ясновидящей. Ну и нагадала нам, как казалось, какую-то ерунду. О том, как начало все сбываться. Чек, которым вы расплатились за похороны вашего мужа, банк не принимает. Я не могу отвечать за долги своего мужа. А кто же тогда отвечает? Я чувствую, что ты моя женщина. Чего он добивается? Меня он добивается. Все равно ты будешь моя. Солнечное затмение. Завтра в 19:00 на Домашнем.